Артемко Альо, Гравецький Баск, та Артема, прокоментуйте, будь ласка, розвитку. Поздравляю Запорожжя з побідою. Ми будемо працювати далі. Нічого говорити. Зараз, звідти. Ну, не могу говорить то, что я знаю, то, что я могу, мог бы сказать. Просто скажу, что очередной раз против нас появляется Джакера. Лучшая игра Маяуцкса в прошлой сезоне была против нас. Сегодня очередная, вторая. Там без вопросов. Мы не подготовили, есть так называемый план «Б». Дабл-тейм, но в истории, в жизни я еще не помню, что на игрока, который две головы моложе, ниже наших центровых, что надо делать так называемую ловушку. Остальное они играли так, как мы планировали. В первом тайме доминировал Сизов и Кефи, конечно, Кефи это больше, чем половина этой команды. Типа старались ограничить, типа старались играть разные защиты, типа старались играть с разными игроками перед ним, но... Сколько по ситуации он, да, процент, как будто ограничили, меньше плохим процентом бросал, но мы не умели использовать его в защите. Ну и грустно, да, потому что нас выиграли сейчас на этих вещах, на которых все время делали акцент. Если мы первым таймом без нужды теряем 9 раз мяч, если в среднем за игру мы теряем почти там 10, а так 5, сейчас 9. Это то же самое было в последней игре Кубка, там было 19 потерь. В втором тайме где-то качество нападения было лучше, но недостаточно. Да. И так что грустно, проиграли, поздравляю Запорожье. Не зря же у них будет финал. Спасибо.